я здесь нахожусь несколько месяцев. Меня очень часто спрашивают, откуда ты, потому что я говорю либо на английском, но я начинаю на английском говорить. Mm-hmm. И каждый раз, перед тем, как ответить, что происходит внутри у меня, я все время сжимаюсь вот так, потому что мне нужно сказать, что я из России. Mm-hmm. И поэтому у меня есть... Из-за чего вы? Нет, почему? Потому что Россия в этой ситуации страна-агрессор, которая начала mm-hmm. войну. Mm-hmm. Это как раз ощущение ответственности. Mm-hmm. Невозможно это принять до сих пор. До сих пор ты не веришь, что все это возможно. Я ужинал с человеком, который родился и вырос в Берлине, на что он мне сказал фразу, ну, это шутка была в контексте, он мне сказал: «Слушай, говорит, я так рад, что наконец-то мы, немцы, перестали быть самыми плохими парнями в Европе». Mm-hmm. Спустя сколько? 80 лет. Да. 80 лет. Mm-hmm. И я понимаю, что, ну, да, наверное, этот путь, который нам всем предстоит тоже проходить.